Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен, добро пожаловать в битву чанков в Майнкрафте. Помню, когда давным-давно мы вместе с Леской и Нубиком бывали на острове, где живут эмунгасы. Мы бывали в деревне жителей в Майнкрафте, в которой обитают эмунгасы. А также мы разгадывали страшную тайну пещеры, в которой пропадают эмунгасы. А это значит то, что сегодня пришло время сражения чанка-предателя против чанка обычного эмунгасика в Майнкрафте. Ну а ты, кстати, прямо сейчас пиши в комментариях, когда-нибудь играл ли ты в этот замечательный Among Us, а также пиши в комментариях, какого цвета твой самый-самый любимый персонаж. И после этого, конечно же, обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, потому что каждый лайк, конечно же, ускоряет выход новых сражений в Майнкрафте. Ну а чтобы их не пропустить, просто щелкай на красную кнопку подписаться под этим роликом и делай то же самое на канале Лески и Нубика. Приятного тебе просмотра. Ну что же, леди и джентльмены, а сегодня я буду настоящим предателем, который находится на настоящем предательском чанке в Майнкрафте против обычного мирного, но очень опасного эмунгасика. Там зеленая леска, бирюзовый нубик ходит. Короче, сегодня незамедлительно мы ждем. Кстати, вы заметили то, что у меня эмунгасики валяются с косточками, а у вас ходят живые. Смотри, какой злодей. Нет, никто против предателей не смеет ничего говорить. Битва началась. Началась битва, Нубик. Смотри, переливающаяся картина. У нас Леска, не отвлекай. У него переливающаяся картина. Все. Зачем ты его отвлекаешь вообще? Пускай делает свои вещи. Так, стоп. Погодите, что тут за дела вообще? Погодите, у меня какого-то тут непонятного. У меня вместо лопаты тут кирки лежат. У меня эти кирки, они вообще-то не копают нормальный материал, из которого у меня чанг-злодей сегодня, этого предателя. Я сейчас сделаю себе много деревянных лопат, и у меня будет все отлично. Так что вы зря там раньше времени, как всегда, начинаете радоваться. Так, ну да, быстро. Конечно. Я так, сливаюсь, я смотрю. А, я реально. А, Леска сливается. Зеленые. Леска сегодня вообще в камуфляже невидимка, можно сказать. Это будет мое преимущество так, раз, сегодня. Раз, два, три. Все. Я уже... Стоп, нет, все Нубик, равно, смотри, стоп, мне нужна супер какая-то лопата. Нет, друзья, я не могу толком даже копаться. Леска, как я буду сегодня все высоко это дело искать-то вообще? Ты думаешь, да? Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что мне с этим делать? Выше. Так. По-моему, даже ножнички быстрее копаю, чем кирка вообще, не понимаю. Либо надо пойти где-то алмазную лопату вообще добыть. Ну давай, если ты найдешь там, где уровень... А у меня, кстати, вот и лопатка тем временем подоспела, но у меня все равно это все дело ломать невозможно. Да. Все, невозможно, короче, все сломать. Так, все, давайте, друзья, копаемся, О, вот это уже родненькое началось. Вот это уже родненькое началось, сейчас будет намного легче, друзья. Фух, слушайте, знаете, честно скажу, никому бы не пожелал находиться на чанке предателя, а потому что здесь там, предательски вообще? Долго все ломается. Да, возможно, а конечно, это я блок. Уже... Потому что я, честно говоря, не совсем понял даже, что чем начала? Эти блоки ломать. Я настолько что долго я все это не заходил. В Майнкрафт на новых версиях всяких. Так, друзья, пожалуйста, в комментариях напишите, как ломать этот блок предательский. Он очень долго ломается. А я нашел кучу аптечек. Для того, чтобы вылечить, наверное, всех. Так, все. Короче, идем копаться. О, сундучок, привет. А вот этот легко у меня сейчас добудется. Это на изи. Так, предательские вещи. Все, поехали. Копаемся дальше. Копаемся дальше, друзья. Безумно интересно. Безумно интересно, что там попадется. Ой-ой-ой, какую полезную вещь нашел. Слушай, Нобик, вы даже не представляете. Стоп, вот так. Бац, все, надето, надето. Так, а что у вас там странное? Скажите мне, что у вас там такого странного? Мы что-то как-то мало находим. Знаешь, так, мало находите? А я тоже три всего. Да, находила. Я всего три нашел. А, ну ладно. Зачем ты, Нубик, про какие-то уровни спрашиваешь? Пытаемся понять, где нам вообще искать. Я имею в виду уровень этого. Я понял, да, но зачем? Ты думаешь, что... Он думает, что все сундуки типа на одном уровне находятся. Ты серьезно, что ли, Нубик? Ну ты, конечно, вот наивный. Наивное существо какое-то очень такое. Так. Окнула. Что вы там стреляете? У меня стена тут стоит, резко. Я слышу все, что у вас там происходит. Так, у меня, кстати, крутые предметы тут уже есть. Отвлекся, но чисто так. Ухо немного у меня влево повелось, так в сторону выстрела. И все, больше ничего меня не повело ничего. Так, все, ладно, друзья, копаемся дальше. Так, это я залутал. Так, давайте здесь по периметру пойдем. Да мне чуть-чуть отсыпь. Нубик всегда все себе, чисто все себе в карман там забирает. Подожди, я открыла чемодан, там золотые яблоки. Так, друзья, погнали. О, есть, я говорю, Нубик, идем, бери, он как все забрал прямо. Так, стоп, друзья, как мне тут быть?
как мне тут быть так? Кстати, я могу, по сути, эти сундуки просто... Да нет, так, это ты что-то придуриваешь. Так, стоп, погодите. У меня... Ищем так, это что? Погодите, что это за штука? У меня какой-то сундук с ножками появился я здесь. Я говорю, что ли, у тебя потянуло? Серьезно. Комод какой-то, комод реально. Какой-то. То есть он как будто бы ходит за мной. Комод этот, не понятно, сундук. Но так что-то шеди странное творится. Так, всё, делаем, копаемся. Ходит, у меня, чтоб вы знали, за все это время ни одного оружия нет. Ни одного. Вообще. Ноль. А у нас полный уже ноль, и бронька? Абсолютный. Ну, яблоки, можно сказать, бронька же. Вам очень повезло. Вам но очень сильно повезло, я вам скажу. Я тоже очень долго ищу, я очень долго копаюсь. У меня занимает это огромное количество времени. А у нас шесть обычные. Так. Что это издевательство, ножичек маленький? Серьезно, что ли? Как я с этим должен сегодня выживать? Так, этого я нашел. Слушай, ну почему этого так я странно? Нашел. Слушай, нам с тобой вниз или... Меня мой Чанг предает, знаете? Он у меня предал, этот Чанг. Получается, предатель не ты, а Чанг. Да, того, так что я хороший. Бин запила. Так что я... Да что это, ну ты, что это? Ты нашел, это самый дурацкий Чанг, да ничто я не нашел. Ой, ничего, вернее, не нашел. Вот, это вот, самый вот, плохой Чанг за все время, Леска, тебе серьезно я говорю. Тебе, знаешь, что думаю? Самый плохой. Мы сейчас точно найдем, что и пойдет просто... Все, нам повезет. Когда вы придете сюда, я ничего даже против вас противопоставить не смогу, серьезно, это слишком нечестно. Это, кстати, идея мысль, Нолик. Это полный бред. Друзья, ну, пожалуйста, боги Монгаса, услышьте меня, принесите мне какой-то подарочек. Спасибо, но это не оружие. Так, оружия нет. Идет день номер 51. Никакого оружия еще так и не найдено. Как я буду сегодня противостоять Леске и Нубику, я не знаю. Так, я тебе сейчас это принесу. Нечестно. Это непонятная история. Сегодня наклевывается, друзья. Так, держи, так давайте здесь еще все поломаем. Давай. Так, предательски сломались ножницы. Давай, в самый неподходящий момент еще. Как так можно вообще? Я не понимаю. Круто, да? Так, а как мне подняться вот сейчас, здесь? Смотри, если как ты мне теперь здесь подняться? И сделаешь, то будет так, капец. А вот лучше не надо. Вот лучше не надо, потому что я ничего не смогу сделать совсем. А ты спрашиваешь у нас, когда к нам приходишь? Так. Ой, а, у меня же эта штука. Стойте, у меня зато по ним оружие, вернее, у меня хоть и нет оружия, но я зато нашел очень крутую другую штуку. Ну так быть не может. Да что-то тоже, мне кажется, на стадион. Надо, наверное. Все, перекопали. И чё, сколько вы нашли сундуков? Слушай, ну, там интересно мне узнать. Лично я нашел. 6? А о, мало. 2. Мне кажется, мало. У вас сразу 3-4. В 2 я минимум лично. Больше. Это точно, сундук. Я не знаю. Ай, слушайте, лично. У меня сундук за мной бегает. Да что там погоди, у тебя? Что? Это, слушай, это же чем-то попахивает. Знаете, что он делает? То, что у меня, то, что я выкидываю, он это подбирает и бегает за мной, короче. Я потом могу в него заглянуть. Покажи нам. У меня реально, короче, как он называется? А почему? Робот-пылесос, вот вспомнил, короче. Так, наконец-то, спасибо большое. Все, можете нападать. Колесиков? А вот не знаю. А вот вы посмотрите ко мне и увидите, что у меня тут за колесико. Вот сейчас уже он нас зовет, нас приглашает на этот бомбежку. Приглашаю, ага-ага. Сейчас я сам к вам в гости тоже сегодня наведусь, обязательно. Смотри-ка, чего? Как нашел, сразу приходить там начинает. Карточку нашел какую-то Эмонгаса. Лабораторную карту нашел. Реально. Могу картой поделиться. Не знаю, что-то написано. Говорят, приглашайте, заходите, друзья дорогие. Типа, всегда рады вас видеть. Вот, как-то так. От нас не уйдете, да? Выкинем, выкинем, выкинем. Так, это не надо мне. И вот это тоже выкинем. Все, друзья, едем дальше. Из меня, знаешь, как Чан, как червивое яблоко внутри. Я все тут изрыла. У меня тоже. У меня тоже. И очень плохо все на самом деле. Я хочу поинтересоваться. У меня... Я много нашел. Я сундуков нашел много. А оружие за все время всего лишь одно. То есть одно всего лишь, понимаете? Одно. Это невозможно так. Я не понимаю, что сегодня за дичь такая происходит, но никогда в жизни такого не было. Ну, вообще, да, как-то странно. Так, так. Очень-очень-очень-очень плохо. Я думал, что у меня очень сильный, да, Чанг получается? Будет. Так, нет, а зачем? Я все равно смогу противостоять. Вообще, как-то странно, да, такой злодей, там косточки валяются. О, нашел. Ничего нет у него. Так, пожалуйста, хоть бы какое-то мега-оружие попалось, пожалуйста. Есть! Чё? Есть, ну, спасибо, вот есть, все. Все, Нубик. Идите, давайте. Ну, а чё... Прячьтесь, короче. Нет, так, ты друзья, не давайте прийти, всякие медицинские штуки, короче. Какого соглашения? Ничего никого быть не было. Специальное приглашение. Так, это сюда. Слышь, это ничего, говорит, сюда. Не было.
Так, это сюда, это сюда. Все, я беру эту попку. Вот как говорят, с предателями не разговаривайте. Вот то же самое. Так, а я все честно сделал. Ага. Все на... О, слышу, у меня зомби. Давайте, давайте, Нубик, давайте, запускайте меня. Молодец, пробрался, молодец. Больше, больше, больше зомби. А чего больше-то? Нужно больше, 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 больше зомби. В смысле, ничего будет? Тебя да. завалят сейчас? Все, поставили. А, ничего не будет. О, привет, зомби. Здорово. Если что ты предлагаешь, я не понимаю. Минус зомби. Минус Жизнь, зомби. Я радуюсь, потому что... Ну, так у него там что за пушка такая? Почему он радуется зомбакам? У меня очень крутая. А что? Мне интересно. По-моему, у меня один раз была такая пушка, я, кажется, догадываюсь. Да? Думаешь? Ну, возможно, я не исключаю. Она была мега крутая, я была неубиваема. Такого совпадения, либо не совпадения, не знаю. Это уже вам виднее, так скажем. Так, это сюда, это вот сюда. Все, наконец-то еще один сундучок тем временем. Тут нашелся, что произошло. Я не понял. Так, ладно, это не важно. В принципе, какой огурец? Нубик, что тебе монгайски там стрелять начали по поноль? А что случилось, Нубик? Почему монгас стреляют? Ты что тут делаешь? О! Что у меня монгасы? Стоп, 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 что происходит, друзья? Я запутался. Я очень сильно запутался. А! Слышите, я думал то, что я на своем чанке оказался, прикиньте, оказывается, это ваш чанк. Ай, нет, бензопилой меня. Бензопилой поймали. Так, все, о, короче, отлично. Все, тут что нет, происходит? Жень, друзья, что происходит? Опять глюки вернись? Начались. Ты, а где я нахожусь, по-твоему? Не на своем чанке, что ли? Ты серьезно? Резко пос... Окей, случилось? Я тогда лечу на ваш чанк, Нубик. Так, сейчас я вернусь и все разрулю. Подожди, что случилось? У меня все в порядке, я на своем чанке, не знаю. Свой чанк. Ты, Нубик, издеваешься, подождите, что ли? Подождите, я посмотрю, что там у вас. Я выбраться не могу. Я стою на своем красном чанке, он мне говорит, вернись на свой чанк. Подожди, ты, может, его с кем-то путаешь? У Нубика? С другим мангасом? Ну, может быть, я и появлялся, не знаю. Ну да, и что, могу себе позволить. Или хитрит он. Нубик хитрит, обманывает. Чего? Ничего не хитрю, нормально. Все честно говорю, то что... Сейчас проверим. Так, это... Так, ага, все сработало. Так, это сюда пойдет, да? Короче. Так, кто у нас где тут еще, а короче, находится? Так. Не, собирает, что я не знаю. Нубик, Нубик, он там ходит. Я хожу, Леска, тебе кажется, что ты придумываешь, что-то какие-то. Я сегодня Леску даже вживую ни разу что-то не увидел вообще, что-то не было нигде. Так, опа, это сюда. Так, что там делаешь? Давай уходи с нашего чанка. Что-то не знаю, что-то все прячутся где-то, вообще никого нет на чанках. Что за дела происходят вообще? Не понимаю, серьезно, не понимаю. Откуда он меня стреляет? Я ни с кого не стреляю вообще. В чего вы взяли, что я что-то стреляю так, там? Так, все, короче, я поняла, время атаковать. Невозможно. Что, Нубик? Что случилось? Что такое? Он что-то непонятное там делает Шеди, вообще? Чё? Ой, Шеди, какой Нубик, план? Что он опять обманывает? Я ничего не делаю, Леска, я тебе серьезно ты говорю. Ты все время ничего не делаешь, что не надо! Какой же ты, Нубик, смешной! Ну серьезно, что ли? Нубик, ну ты, конечно, забавный типулька. Реально, кстати. Типулька, Нубик, ты реально типун какой-то там. Так... Леска, ты скажи мне, где ты сегодня, в каких катакомбах ты там все это время смотри, находишься? Ни разу тебя даже не видел вообще сегодня. Не надо меня видеть. Надо видеть. Че, вы пропали куда-то из виду? Куда так часто пропадаешь? Вот куда-то пропадаю. Так, интересно, даже очень узнает. Так, опа, есть поймали? Что-то как-то, знаете, так, вот вроде вот есть прикольный предмет, а вроде бы такое чувство, то, что я очень много всего не нашел. Почему такое... Чувство недосказанности. Так, короче, какое-то. Я выбираю, что-то мне Шеди опять мешает. Давай, давай, выбирайся. Я пойду пока что дальше что-нибудь попытаюсь найти, потому что... Что-то вообще какое-то... Что? Я ничего не делал. Что нам тут... Я ничего не делал. Нубик, это что такое? Что? Это тарантасы к вам прилетели в гости. Зачем ты меня тут поставил? Ё-моё. А что такое-то, Леска? Все нормально же. Нет, разве? По-моему, прикольная штука. Полезная, главное, пригодится в хозяйстве, наверное. Так, я пока что сделаю вот такие телодвижения небольшие. Вот таким образом. Так, где бы мне поставить, интересно, только телепорт? Я пока что еще не придумал. Может быть, прямо вот здесь вот? Так скажем, или вот здесь, например. Опа, привет. Нубик, тебя видно, кстати. Привет. Так, кто меня стреляет? Что происходит? Нубик, передо мной зачем что выскочил? Вы там стоите? Ну зачем ты этот, Нубик... какую-то заправочную станцию Леска, мне нашего кажется... чанка сделал? Ну что это такое? Нубик вообще против тебя, короче, скорее всего. Судя по всему, я не знаю. Не он себя очень странно ведет. Слушайте, Нубик, я тебя везде достану. Я тебя, Нубик, везде достану, серьезно. Что, ура, еще? У вас сейчас ничего не останется от вашего чанка. Нубик, какое-то яйцо придумал там непонятное. Нубик, ты, конечно... Какие? Чуть-чуть, кого там чуть... Нет, да что ты будешь делать-то так и есть?
я... Вот, они что-то крутиться у вас там начали. Опять штуки яйца, непонятные ты вообще. Что ты будешь делать? Вот, все, это яичницу делать? Там... Это пок... мило. Нет, нет, так, нет, я падаю вниз самый. Маленькие лески появляются? Серьезно? А там шедеменов нет, что ли, маленькие? Я не понял, куда они пропали? Нет, я говорю, появляться так. Будут. Что опять произошло? Что он нам делает? Да что за дискотека, я не поняла. Дискотека крутая. Я лечу! Опа, попался Нубик, отлично. Все, попали, друзья. Продолжаем, продолжаем. Леска, быстро иди сюда! Что? Леска, что у тебя за стрела там? Че ты меня подстрелил прям в спину? Иду, я иду, что? О, это же я маленький, Нубик, смотри, это же я маленький тут появился у Нубика. У вас. Вот ходит шустрый. У вас я на чанке появился. И как нам отличить? Смотрите, я хожу у них по чанку, и они даже вообще на меня не обращают внимания. Ну, это, конечно, вы даете. Так, опа, как круто можно комбинировать. Нет, все, трампасы с вами навсегда и навеки теперь останутся. Слушай, у меня такое дурацкое оружие в этот раз. Нубик, а ты пушку сегодня вообще не нашел, я настолько понимаю? Не, а чё ты даже не, это там, ничего не стреляешь, не знаю, ничего а не делаешь? А где маленький амонгачик милый? Всё, Нубик, амонгачика больше у нет. У тебя бронька, что ли, я палит. Не понимаю, а? У меня джетпак и яблоки золотые, крутые. Ну, честно. А у тебя? У меня нету яблок. Всё, есть, кстати, поймал, поймал, друзья, уходим отсюда срочно. Так, Нубик, короче, чё-то Нубик сегодня вообще начили, знаешь, Леска, он чё-то... Он что-то меня даже не атакует сегодня. Нубик, вообще, ты нашел серьезно. Оружие? Почему у нас такой бедный чан? От чего-то устал. У меня сегодня не оружие. Вообще ничего не попадалось толком. Ты серьезно, что ли? В общем, ладно, так уж и быть. Давай, иди сюда, проводи экскурсию, потому что на этом, друзья, я думаю, то, что уже можно заканчивать. Это было супер. Немного перекинул. Это было супер прикольнейшее приключение на Чанг Предателя. Он мне очень понравился, но с первой секунды он самому мне начал приносить сюрпризы. Было совсем нелегко. Ну, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем эмунгасовский пока-пока, короче. И сундуковский. Всем пока-пока.